Привет, друзья! Очередная рыбалка, река Сейм. Время 4 час. 20 минут заняла дорога. Вот пришел я оттуда, от церкви. В общем, шел достаточно долго. Пришел с работы. Погода, как говорится, хороший хозяин собаку не выгонит. Ну, а мы идем на рыбалку. В общем, у меня буквально 2 часа до темна. Сегодня, как и вчера, пасмурно, весь день сыпет дождь, холодно. Ну, совсем погода такая, извините, мерзопакостная. Вот вижу, подошел к реке, и стоит мопед моего товарища. В общем, вот он. Вижу, здесь утоптано тщательно. Здесь уже, по ходу дела, он пробил. В прошлый раз, ребят, я твичил джиговой палкой. Сегодня джигую твичевой палкой. Ну, конечно, взял там несколько воблерков, чтобы так вот полегче ходить, потому что все-таки далеко идти. И, скажем так, каждый грамм на счету. Поэтому взял буквально несколько силиконовых приманок и одну коробку с воблерами. Ну вот, рудры, собственно, и это. Поймал рыбу мечты. А ты туда ходил? А ты давно? Давно? Да погода дрянь. Все с резиной. Ты на резину, воблеры? Я говорю, на резину, воблеры. Ты вот смотри, все. Да пойду, пройду. А что время тут час? Вот он, фаер. Да. 113. Да, он не такой большой. Я в прошлый раз вообще вон этим взял. Этим твичем воскресенье, да этим маджеркрафтом джиговым. Ну, поймал одну, поймал, потом еще одну на резину, даже вот так бросил резину, и как раз вот эти рыбнадзоры плывут, а я слышу что-то сильное, я так остановил, и она вот так стоит на течении, лежу, конец, только бым-бым-бым-бым, лопы. Да, там этот последний, вот он, видишь. Ну тут тяжело, потому что вот тут почти до середины трава, песок и пучки травы. Я тут хорошо смотрел дно. Ну, вроде как рудо не цепляет. Он там вначале может цепануть чуть-чуть. А так она вроде не цепляет. Она на таком уровне вроде она не цепляет. В общем, вот друг проходил. Он уже сюда сходил, туда, на ту сторону. В общем, вот он сделал кружок и две маленьких щучки, то есть, и вот мужики встретились на лодке, тоже они вот по ямам, и это, и тоже нет дела. В общем, сегодня щука капризничает. Попробовать резину несколько раз провести. А так, я говорю, сейчас еще несколько забросов и уже все. Финит ля комедия. Это осень. Ладно, не будем терять время, а то пока дойду и ночь. И будет уже ночь.
Такой вот брюхастенький виброхвостик. Вот она, догновая. Да неплохая. Вот она, догновая драга. Смотрите. Эх. Да ёлки-палки. Вот она. Ну вот, ребят. Несколько забросов. И, в общем, смотрите, догнала уже вот тут под берегом. Я остановился, думаю, немножко на течении, там буквально так секунду подержу. И, в общем, тюк и слабина. И думаю, неужели мимо? Потом шнур натянул, нет, сидит. В общем, вот такая вот осенняя щучка и цуёки драга. На самом деле, скажем так, не зря я шел. Надеялся и верил. И рыбный бог меня отблагодарил. Ну, такая нормальная щучка, скажем так. Не надеялся. Я уже тут вот думал, сейчас немножечко пройду и все, и закончу рыбалку. Потому что дело уже к вечеру, вот где-то час я пробыл. С товарищем мы прошли туда, на ту сторону, пробросали. Нет девов, попробовал я резину, потом снял ее, потом опять одел. В общем, хотелось поймать, конечно же, на воблер. Ну и, в общем-то, поймал. Эх, осенняя подруга порадовала Алексея Алексеевича, а то я тут уже... Знаете, когда вот так бегом, урывками идешь, тут, я говорю, буквально один час, и надежда теплится, думаешь, ну может быть, ну вот она. В общем, друзья, заканчиваю рыбалку. От ноля удалось уйти, чего и вам желаю. Ставьте лайки, подписывайтесь. Еще половим щучку. Всем, как говорится, ни хвоста, ни чешуи и до встречи на воде.